Всем привет. Как настроение, как самочувствие? Зарядочка удалась на славу. Потренировались. Решил снять видео, показать сам процесс. То есть, как начинается мой день. Видно тут еще кто-то, детки, как обычно. Кто там тренировался, уже ушел. Как ваше настроение? Напишите прямо в комментариях, что вы сейчас чувствуете, на какой стадии вы находитесь, как вообще происходит ваш день, начало дня. Супруга еще взяли дочку старшую, среднюю, Анастасию, с нами побыла. Сейчас мы пошли в лесок, пойду за ними, вот, чтобы не потеряться. Очень важно день начинать с позитивной ноты. И как только ты встаешь, сразу ноги на пол. Сразу не валяться, не лежать в телефонах, там ничего нет. Сразу ноги на пол. И больше не ложиться. Вот если ты сейчас, когда просыпаешься, сразу ноги на пол, все, ты больше не ляжешь. Ты уже будешь постоянно в движении, то есть тебе уже не захочется ложиться. Это такое правило такое. То есть, ну, организм так настроен, когда он касается ноги пола, ты уже просыпаешься. Хочешь этого или еще нет, вот, там, ну, потому что ты встал, тебе нужно сходить туда, там самые такие необходимые дела выполнить. Вот, и ты уже настроен на то, чтобы просыпаться. Соответственно, организм уже просыпается. Вот. Сегодня взвесился 87 килограмм. То бишь, где-то еще килограмм я скинул буквально вот за 7 дней тренировочки. Ну, если это можно назвать так тренировкой, это просто зарядка, легкая разминка. Вот. Бегать тут приблизительно около 5 минут. Смотрите, и здесь красота. Ну, куда ни посмотри. Вот человек настраивается позитивно, чувствует позитивно, ведет себя позитивно. И привлекает такую же позитивную красоту, таких же позитивных людей, такие же позитивные эмоции. И все в позитивном ключе. Как вам? Как вам такой исход событий? Круто? Конечно же, круто. Но когда человек настраивается негативно, он, соответственно, и начинает искать людей такие, которые будут с ним этот негатив обсуждать. И, соответственно, притягивает такой же негатив. То есть, настраиваясь негативно, мы притягиваем негатив. Настраиваясь позитивно, мы притягиваем позитив. Задай себе вопрос, как ты настраиваешься. Напиши прямо сейчас в комментариях. Как ты настраиваешь свою жизнь, позитивно либо негативно? Как ты смотришь на свою жизнь? С какой стороны ты себя ведешь? Вот если со стороны на себя посмотреть, как ты себя ведешь? Посмотри на себя в зеркало и скажи, кто ты? Хороший либо плохой? Позитивный либо негативный? Любишь себя либо нет? Прямо сейчас. Найди зеркало и скажи это себе. В зеркало обязательно скажи. Иначе ты это никогда не сделаешь. Как только ты начнешь позитивно выражаться в том же зеркале, вести себя позитивно, чувствовать себя позитивно, настраивать себя позитивно, вся жизнь начнется в этом ключе. И ты будешь притягивать позитив вокруг. Перестань смотреть плохие новости. Вообще новости перестань смотреть. Перестань смотреть все и чувствовать, и читать, и, я не знаю, гортать ту же ленту, которая будет вызывать в тебе негативные эмоции и зависть. Обязательно перестань. Ищи только позитивную энергетику. Позитивный настрой. И ты начнешь позитивно притягивать со всех сторон все, что тебя окружает, будет притягивать, ты будешь притягивать позитивных, в позитивном ключе. Вот. Сегодня вообще, смотрите, где мы. Я не знаю, где мы. Вот там впереди дочка с Катюшкой ходит. Вот. Ну, смотрите, прелесть, какая прелесть. Природа, солнце дышит, все поет. Щебечут птички. Я вижу в этом только позитив. Настроение бодрящее. Как будто я вот сейчас вот принял тонизирующего напитка, там литра два, Берна, там, еще какого-нибудь динамита сверху навернул. Вот такое ощущение. О, класс. Хотя я еще даже не завтракал. У меня сейчас там даже во рту пересохло. То есть, ну, там ни воды не пил, ничего. Вот проснулся сразу на тренировочку. Сразу бег. Сразу, то есть ты просыпаешься, ты сразу себя настраиваешь на весь день. Это очень важно. Зарядка. Заряди себя. Заряди свою жизнь. Каждое утро, без перерыва, каждый день.
выработай привычку. После этого ты никогда не сможешь отступить. Никогда. Полгода ты будешь заниматься зарядкой, а через полгода, если ты хоть один день пропустишь, тебе будет уже плохо. Ты будешь уже, как будто чего-то не хватает. Ты уже будешь просто, ну, как бы, это как наркотик получается. Уже все, ты уже не сможешь никогда прерваться. Ты уже всю жизнь будешь заниматься зарядкой. Всю жизнь. Готов? Готов всю жизнь себя настроить позитивно? Давай, готовься, быстренько настраивайся позитивно. Молодец. Напиши прямо сейчас в комментарии, что ты чувствуешь. Я смог тебя зарядить? Отлично. Поставь класс, поставь лайк, поставь, подпишись, колокольчик и все, жми, там, не знаю, там. Расскажи друзьям, поделись, какой ты будешь крутой через полгода. Никогда. И слушай, никогда больше не сможешь прекратить заниматься зарядкой. Полгода и все. А теперь послушай меня внимательно. Это касается не только зарядки. Любая мысль, любое действие, когда ты начинаешь это делать постоянно, регулярно, постоянно-регулярно, в течение полгода, все, твое мышление полностью будет меняться. И теперь самое важное, задай себе вопрос, как ты хочешь выглядеть через полгода? Кем ты хочешь стать через полгода? Начни сеять семена прямо сейчас. Полгода. Сейчас весна, второй день лета. Отлично. Через полгода это будет второй день Нового года, там, да? Там, 2 января. Ты 2 января себя не узнаешь, если ты будешь сейчас настраивать себя в позитивном ключе. Все мысли, все образы, все действия, которые будут тебя приводить к твоему успеху, как только ты будешь настраиваться в позитивном ключе. Позитивный ключ. Еще хочу поговорить о намерении. О намерении. Что такое намерение? Ну, ты поставил цель, у тебя там есть мечта, есть какие-то воображения. Но почему важно намерение? Когда ты просто хочешь чего-то, да? Ну, не хочу и ладно. То есть, опять-таки, это разница между тем, что ты хочешь, и тем, что ты намерен сделать. Когда ты говоришь себе, что я намерен это сделать, то есть ты конкретно настраиваешься на том, чтобы это сделать. А ты говоришь, когда я хочу, ну хочу и хочу, отлично, хочу. А что ты хочешь, то есть, ну да, я хочу, но это не придает сильного значения. Но когда ты говоришь, я намерен это сделать, это уже ставит задачу твоему мозгу. То же самое, вот эта вот цель, вот это непосредственно конкретно намерение что-то сделать. Намерение, то есть ты намерен что-то сделать, я намерен что-то сделать. Я намерен стать успешным, я намерен стать богатым, я намерен. То есть намеревание, когда ты намерен чем-то сделать, что-то намерен, да, все. Ты начинаешь уже конкретно действовать в направлении своих целей. Конкретно действовать в направлении своих целей. Никуда не отступай. Смотрите. Ну, какая прелесть. Замечательно. Секундочку. Я повышу частоту кадров. Ну вот, ты намерен и ты делаешь. Ты делаешь и приближаешь себя к цели. Сейчас вот очень такой запах. Тут шишек запах. Смотрите, просто сколько шишек, видите? Сколько шишек здесь. Потрясающе, да? Шишки. И запах такой стоит эфирного масла. Соснового, наверное, там. Сосны, потрясающий запах. Ходишь вот после тренировки, зайти вот в такой вот в лесок, прилесок. Это просто поднятие настроения x10 поднятие настроения. Найдите себе какое-то такое похожее место. Погрузитесь в это настроение. Зарядите себя на весь день. На весь день зарядите себя. Обязательно зарядите себя на весь день. Зарядка, прогулка. Боишься, что будет тяжело там сразу куда-то бегать долго или еще что-то. Просто выйди погуляй. Просто пройдись. Выйди и погуляй. Полчаса погуляй. Ничего страшного не случится. Полчаса времени никуда не уйдет. Найди для себя время, иначе ты никогда его не найдешь для себя. Сделай это. Будь победителем. Хватит рассиживаться. Подъем. Вставай. Очень важно настраивать себя на позитив.
Вот ты, допустим, говоришь, я там хочу иметь машину, там, я имею машину, там, допустим, я имею квартиру, то есть я владею какой-то там своей мечтой. То есть одно дело, ты сидишь и говоришь это, там, либо пишешь, там, да ладно, хорошо. Вот. А другое дело, когда ты стоишь перед зеркалом, начинаешь себя чувствовать важно и начинаешь это говорить себе. И ты сам себе это говоришь, утверждаешь. И это очень важно конкретно, когда ты начинаешь себе это говорить. Говори себе это чаще, повторяй это чаще. И сделай так, чтобы это дошло до твоего подсознания. Только тогда это начнет действовать. Тогда начнет притягивать к тебе такие же события, которые приблизят тебя к твоей мечте. Обязательно приблизят. Поверь в себя, поверь в свои силы, в уверенность. Добавь себе позитива, добавь себе счастья, постоянные эмоции счастья, постоянное ощущение благодарности. Я благодарен за все, я благодарен за все, что у меня есть. Повторяй вот это, я благодарен за все, что у меня есть. Я благодарен за все, что у меня есть. Спасибо за все, что у меня есть. Я очень благодарен, я люблю себя. Повторяй это каждый день, я люблю себя. Я люблю себя, я самый красивый, я самая красивая, я самый лучший, я самый крутой, я самая крутая. Повторяй это постоянно, и ты увидишь, какой результат будет. Обязательно смотри в зеркало, обязательно. И я уверен, буквально через неделю ты уже начнешь чувствовать разницу. Всего лишь 7 дней, попробуй, это 9-е видео, 9-й мой день. А сколько сможешь ты? Попробуй, все, пока-пока, всего доброго и до новых встреч.